Ребята, всем большой-большой привет огромный. Всем большое спасибо за лайки, за комментарии. Подписывайтесь. А сегодня у нас вот такое блюдо. Ужин такой. Или обед. Посмотрите на красоту. Накормить можно всю семью. Очень вкусно. Просто из простых продуктов. Кому интересно, смотрим, как готовить. Для начала приготовления нам понадобится 250 грамм муки и чайная ложечка соли. Теперь понадобится 150 грамм кипятка и 2 ложки подсолнечного масла. Все тут перемешано. И сразу сюда мы его вливаем. Получается у нас заварное тесто. Быстренько его замешиваем. Быстро надо, потому что горячее. И сейчас руками. Вот такое тесто у нас получилось. Эластичное, мягенькое. Тепленькое еще. Еще чуть-чуть надо будет пару минут помесить его. И ставим пакетик. Оставляем в сторонку минут на 15. А теперь идем к плите. Нам нужно пропассеровать овощи. Перчик, морковочка, 2 луковицы. Наливаем немного масла. Высыпаем сюда лук. Все делаем на сильном огне. Ничего не солим. В конце. Вот до такого состояния. Высыпаем сюда морковочку. Кажется, что много, но это будет немного. Нам понадобится такая подушечка. И высыпаем перчик болгарский. Вот так порезано крупно. Все протушим. Чуть-чуть поджарим. И готово. В конце подсолим. А теперь готовим начинку. Где-то 700 грамм фарша куриного, такого жирненького. Можно кусочками порезать мясо мелким. Можно так оставить. И добавляем сюда приправы. Куркуму, жареную паприку, приправы для курочки, соль, перчик. Все это сюда. Все по вкусу. Все перемешиваем хорошенько. И теперь сюда добавляем картошечку, порезанную вот на такие кубики. 2-3 больших картофелины. Все перемешиваем. И вот что у нас получилось. Картошечка с фаршем. Ставим в сторонку и будем готовить сейчас тесто. Вот наше тесто, мягенькое, хорошее. Делим его на 6 частей. Вот так вот. Приблизительно одинаковые. И скатываем такие колобочки, чтобы было хорошо раскатывать. Не липнет к рукам. Очень хорошее тесто. И вот какую красоту мы сейчас будем делать.
максимально тонко раскатываем. Вот такая вот штучка. Будем вылаживать сейчас на нашу сковородочку с начинкой. Максимально тонко раскатываем наше тесто и вылаживаем такую мисочку, сантиметров 10. Выкладываем наше тесто. Теперь сюда ставим начинку полную, полную, полную. Очень просто. Семью накормите. Надо нам все разделить на 6 частей. И начинку, и тесто. Вот такая красота получается. Верх должен быть не залеплен. Вот такая у нас красота получилась. Вниз мы положили овощи жареные. Теперь заливаем кипятком до половины, чтобы было в воде. До половины. Прямо кипятком. Все. Ставим на медленный огонь минут на 40. Накрываем крышкой. Смотрите, какая красота получается. На медленном огне. Вот это такая вкуснятина. На такой ужин или обед. На всю семью. Вот наше блюдо готово. Вы только посмотрите, какой тут идет аромат. Через камеру не передать. Очень вкусно. Все будут очень довольны. Смотрите, как красиво. Готовьте, радуйте своих родных и близких. Всем приятного аппетита. Пока-пока.